Здоровки, Омега. Погнали посмотрим видосичек. Всем привет, я снова здесь. Извиняться не буду, я извинялся в прошлой серии. Если я упал вниз, значит я хочу вверх. Руферам салам, остальным соболезную. Что, я опять здесь? Снова повариха это. А меня снова в Чурчхеллу, да, захотят? По-моему, окорочок заболел чем-то. Мне нахлеб... Какая-то плесень явно. Хлебе такая же штука была. Я-то захотел. По-моему, окорочок заболел чем-то. Мне на хлебе так... Не, это печально, если на хлебе уже такое надо выкидывать, явно. Какая же штука была. Я с санинспекции. Показывайте просрочку. Почему топор грязный? А шо готовим? А шо, он пустой? Понял, тут буду я. Еще и не в роли главного ингредиента? Тогда не согласен, пока. Жри просто воду. Пустую. Первый этаж. Это куча шишек там. Ребята, я пришел извиниться, ну куда вы? Извините, вы главный? Давайте забудем про этот инцидент. Ау, 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 ау! Шишки колят, хватит кидать в меня зубочистки. Так пошел нахер. Оле стало жалко великана. Лемос может большой, но сердце у него мягкое, хоть и каменное. Ты здоровый каменный голем, как тебе загнобили шишки? Не дам я денег. Он просто хотел найти друзей, но большинство пугалось его вида. Бедняга, но откровенно стрёмный. Сука, говорю ж, нет денег. Такой добрый пельмень. Я, кстати, про себя. Это мой камушек? Это же... Грибочки, да? Как её там? Ух ты, класс. Что это вообще? Ой. Ля Шнобель. Слышишь, что угодно, только не нюхай. Точно, это же тролли. Днем они превращаются в камень. This is mythology about тролли. Все, не успел свою берлогу? Будешь тут всю жизнь стоять. А потом тебя утащат в музей. И будут говорить, смотрите, какие раньше уроды носатые жили. Какие шансы, что сестра жива? Игра пытается... Тебе еще самому надо дожить до конца, ну? Делать так, чтобы я забыл про сестру. Тут бабочки, красота, вон олени. Подождите, это что, запряженный ежик? Подождите, я что, буду кататься на Нормально. Вау, 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 это слишком хорошо. Спасибо, еж, дал почувствовать себя яблочком. Типа сидел на игле. Что с вами не так, ребята, почему? Почему? О, здоров, ты что такой красивый сегодня? Куда нарядился? Вставай! Ты время видел? Если понюхать голых парней, можно проснуться, наверное. Нюхай парня, нюхай, нюхай пацана. Спасибо, что без подливы. Пока, пацаны. Найдите себе штаны уже. Спасибо. Ой, что происходит? А у тебя что случилось? Все понял. На самом деле не понял. Это видите? Это же... Нет, 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 это не то, что вы подумали. Гангаю митна. И что вы тут свои письки поветриваете? Не думайте прыгать, вы тут утонете. Слышь, держись крепче. Что ты там исполняешь, типа... Это самое, снежочек будешь собирать из грязи, да? Балансируешь. Дедушка, не теряйте больше свою клизму, что ж так? Во, правильная шапку ему до жопы натяни, чтоб не видел, как ходить. Так, что началось? Накрыло? Помнил, что танцор? Что случилось? Что его так упороло? И куда я провалился? Это я пританцевал сюда, типа? Вытанцовывайте меня отсюда, мне здесь не нравится. Извините, а как покинуть ваше музыкальное заведение? Сушняк у кого-то жесткий там или что? Я уже вижу свет, значит выход где-то рядом. Так, и чё? А что делать-то? Что-то тип поет. Это не буквы, это люди. Он всех приглашает послушать гитару, потом все таки ложатся, типа и кошка там чё. Потом он всех моет в воде. И все, конец. Было интересно, но я вышел от вас. А нет, он опять включил это, я не могу этому сопротивляться. Слышишь, пианист, вырубай. Бля. Слушай, не надо так смотреть, но не нравится мне. Ой-ой-ой, это ты зря. Утопиться решил? Это ты правильно. Я предпочитаю фанк. У меня это не действует, ваша классика. От такого не отстираться потом. Чё ржёте, у меня хотя бы штаны есть. Чё, носатый, тоже откисаешь тут? Или как и я пришел музыку послушать? Ну и где ваш Вивальди этот? Ё-мо, это что за атака титанов тут происходит? О, здрасте. Да за что?
Что, не ожидалось, и по воде лупить больно будет? Вот так-то. Это физика. Просто в припрыжку сосаяно напивай и перепрыгивай нормально. Тихо. Отстань, ты сам себя покалечил, ты сам дурак. Хватит! Взрывать! Кувшинки! Падла! Взрывать надо было передние, а не задние, дебил. Задайся вопросом, зачем я тебе? Хочешь посвечу тебе, посмотришь какой ты уёбок? Как я утомился бегать от многоэтажных мужиков. Голых. Чё, тоже подустал? Ну да. Я себе ты ноту взял. Фальшивишь, фальшивишь, отказывайся это слушать. Это со? Это си. Это соси. Это соси. Блин, слушайте, а нормальная такая игра? Любопытная достаточно игра по-своему. Красочная. Красиво играешь? Хватит. Это полоса препятствий когда-нибудь... Чёрт! Красиво играешь? Хватит. Это полоса препятствий когда-нибудь... Какого? Так, ну можно по краешку пройти. Да ебань... А может у тебя струны порвутся уже, сука? Сверху. А чё, сейчас ко мне нет? Блядь, я справился! Какой же ты приставучий, а? Куда я укатился? Опять вниз куда-то? Опять к воде, ты что, дурак? Еее, аквапарк! Ай, а тут рулить надо было? Это последняя была. А он фигово поворачивает, кстати. Да хватит! Не сомалийский и не карибский. Вот что происходит у моей какашечки каждое утро. Ну так... Как какашечка у каждое утро в унитаз, да, смывается? И не карибский. Вот что происходит у моей какашечки каждое утро. Ну тормози, там мир не погрузился. Ладно, жабий король опять спасет. А ты же в курсе, ты не выживешь сам. О, я живой. А ты и там чё? Грязный. Понятно. Пробел. 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 Volkswagen. Потом атаковать. В смысле потом, мне сейчас пройти надо. Изгоняю вас глисты из тела этого окаянного. Да осветит мой путь проход анусный. Эти земли садовник вообще посещал когда-нибудь? Взбираюсь по мохнатому мечу короля, если есть какие-то вопросы. Милорд. Нет, 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 вообще никаких вопросов. Просто мохнатый меч, ничего необычного. Ваш меч запущен, так же, как ваше королевство. Все заросло. Когда-то это было мирное королевство, где правил великий король. Теперь его образ олицетворял тьму, которая опутала мир терновником. Что, виноват сам. Надо было стричь газоны. Срал я ему в корону. Это самые заросшие земли, которые я видел. Ну что, пугало, что такого? А вы не совсем пугало, да? А вы женщина, что ли? Что у вас там? Покажите. Просто вроде как уже связаны. Ты специально на этом моменте оборвал, да? Ты посмотри на него, ну ты ля-ля, ты посмотри на него. Он взял и на этом моменте просто дропнул вот так вот. Ну ты серьезно? Ну, ах ты ж. Вот любит он на самом интересном оборвать. Просто взять так, пук, и все. Продолжение потом. Ну ладно, будем ждать продолжения. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.